Всем привет! Давно не снимал роликов, на канале не выходило уже, наверное, если не ошибаюсь, года полтора ничего не выходило. Вот сегодня решил снять второй ролик про мою работу. То есть, даже не второй ролик, хоть он и второй, но ролик про вторую работу, наверное, так будет правильнее сказать. Полгода я уже здесь работаю, называется контора Recupaction. Занимается она тем, что мы собираем, как бы это правильно по-русски сказать, я даже не знаю, у нас аналогов нет. Здесь во Франции развито разделение мусора, то есть картон, например, пластик, железные какие-то штуки, оно все сортируется, все отдельно выбрасывается, и мы занимаемся тем, что собираем картон. Например, это просто картон. Фирмы, различные производства, магазины. У нас тут более 100 клиентов. И мы ездим на маленьких грузовичках. Мы ездим, собираем по всему городу. И не только по городу. Есть у нас и соседние города, и деревушки соседние разные. Ну, в общем, довольно много. И мы ездим, собираем этот картон. Допустим, есть турне... тоже как по-русски сказать, маршрут один, да, на полдня. Вот, допустим, есть маршрут, и там в маршруте там 5, 6, 7 по-разному клиентов. Вот ты едешь с утра, собираешь картон во всех этих клиентах, потом едешь на такую большую приемную базу, где тоже сортируют тот же самый мусор, ну, в кавычках мусор, то есть, как бы, там, по сути, несколько видов. Собираются большие горы картона, большие горы дерева, большие горы феррая, железные, всякие железные отходы. То есть там от, не знаю, стиральных машин, от автомобилей, от, ну все, что железное. Потом пластик, тоже различные пластиковые упаковки, бутылки, всякая фигня. И есть еще, ну там текстиля нет, что касается одежды, разная текстиль, ну в общем вы понимаете, он... На нашем языке это тоже самый смысл. И, по-моему, все. То есть, вот вкратце такая работа. Сегодня я решил вам это все дело немножечко снять. Может быть, что-то рассказать. Поэтому по ходу дня буду что-нибудь пытаться подснять и вам показать. Так что поехали. Так же, как и, в принципе, практически на всех предприятиях, связанных с... каким-либо риском для здоровья, заставляют носить одежду специальную. То есть основа — это защитные ботинки, у которых здесь железная штука. То есть если что-то тяжелое упадет на ногу, чтобы не подбивало пальцы. Ну и там всякие уже робы, штаны, это уже так, не столь важно. Вот это важно, это обязательно нужно носить, и поэтому приходится переобуваться мне каждый день. Вот так вот выглядит снаружи вкратце наша контора. Но на самом деле она большая. Вот там гараж, где все грузовички наши стоят. Здесь мы паркуемся. Сейчас еще рановато, не все приехали, но вот видите, все машины работников. Вон Бэха черная, это наш директор. Ну, в общем, мы здесь немножечко с краю. У нас своя тема. Там люди занимаются немного другим. Я, может быть, потом тоже покажу. Сюда мы заходим. Здесь у нас такие... Бонжур. Здесь у нас вот такая зона отдыха. Здесь вот наши товарищи уже отдыхают. Здесь кофеек можно попить. Бонжур. Фильм документе. Здесь у нас тубзики, умывальники. Вот там вот еще очень много всего разных бюро. Там люди ходят, не буду снимать, там всякие тети сидят, на компьютерах тыкают. А в основном работнички, они все здесь, вот такие как эти. Бонжур. C'est pour vérifier comment vous travaillez. Ça filme là. Allez, vous le tabliez, va. Vas-y, danse. Danse. Alexandre? Deux mots pour télévision.
Comment ça va? Deux. Ça y est, t'as les deux mots. C'est pas photo, c'est vidéo. Ah, vidéo. Il faut bouger. Attends. А вот здесь находится наш главный офис, маленький, с нашими патронами. Указания нам дают, куда ехать, когда и зачем. Bonjour. Inspection. Vous allez bien? Pas de problème ici? Вот здесь вот всем соберемся сейчас и будем раздавать вот такие задания. У нас есть график, кто куда едет, здесь имена, кто с кем, кто водитель сегодня, кто коллектор. Салют. Сава? Сава! Коля. И что? Что? Ну, в общем, походу сейчас будем смотреть. Сегодня у меня по графику, сегодня у нас что, среда? Сегодня по графику у нас текстиль. С Кристианом поедем собирать шмотки. Ваш любимый секонд-хенд одежды. Вот она, наш гаражик с нашими камьончиками. Все, раздали всем задания. Сейчас мы едем текстиль собирать. Причем поедем и в горы довольно далеко. И вон они уже загружены, у них весь. Они поедут выгружаться, а мы поедем только собирать. Так что приключения на сегодня нас ждут. Я сегодня не водитель. Ну вот, выезжаем. Вот такой у нас лист есть с клиентами. Банера, это в горах городок. Ну и тут еще несколько. В принципе, сегодня не так много. Бывает такое, что и 10 там. Но сегодня вроде нормально должны. Сегодня, как я уже сказал, не я веду. Обычно здесь меняется. Мы меняемся в зависимости от, допустим, он знает лучше текстиль, знает, где эти клиенты уже, поэтому он едет сегодня. Я вообще текстиль не очень люблю, конечно, такое дело немножко грязноватое, но, в принципе, терпимо. Посмотрим, как сегодня будет проходить это дело. Вот, как видите, приближаемся ближе к горам, к Пиренейским горам. Едем в Банер. Где-то 25 километров от Тарба. И мы сейчас приедем реально туда в горы. Почти на горнолыжный курорт. Там тоже у нас клиент есть. Так что, в принципе, вот видите, работка такая. Можно наслаждаться видами иногда. Не всегда, конечно, но иногда можно. Вот мы приехали на первую такую точку, где, вон, видите, там люди раскидывают стекло, вот в эти штуки кидают, там вон с работы всякие. Здесь, ну, в общем, как вы поняли, вот наши ящики со шмотками, мы уже их выгребли. Вон, у нас получилось несколько мешков. Я тут пока не сильно снимаю, вот здесь вот лампы, например, видите. В общем, все разделяется. Я здесь пока не сильно стараюсь снимать, потому что экономлю камеру. Мы сейчас поедем в места, которые более красивые, поэтому пока сильно не снимаю. Но суть вы поняли. В те ящики, которые я в одном из видео, я уже вам показывал такие ящики, в которые люди приходят и просто кидают туда свои шмотки, а мы потом забираем их, складываем вот в такие пакеты и загружаем. В общем, у нас еще несколько клиентов таких. Едем дальше. Вот мы уже проехали Банер до Бигор. И сейчас мы едем дальше, туда, ближе к горам. Мы едем выше. Мы практически сейчас, как я говорил, приедем на Стасьон Дуски. Ла Монжи. Ла Монжи называется, да. Тут, ну, видите, овечки пасутся, барашки. Едем дальше. Там должно быть красивее. Ну, хотя, в принципе, уже и здесь неплохо. Для меня-то немножко я уже привык, но все равно симпатично. Конкретно здесь я не то чтобы каждый день езжу, но уже несколько раз здесь был. Довольно симпатично. Сегодня бонжур. Парк. Как? Парк. Ладу. А, Луис, это речка, которая называется Лядур, и она течет и у нас в городе, в Тарбе, она с гор оттуда поднимается. Вот это Грот де Медузы. Здесь можно
спуститься. Там такой грот довольно глубокий. Я, правда, туда мы приезжали один раз с малым, но не попали внутрь, потому что там было закрыто, время было нерабочее. Но я видел фотки, там внутри такие сосульки всякие висят, как они, сталактиты. И вот видите, уже горы начинаются. Ля-Монжи — это очень-очень знаменитый курорт. Здесь есть пик Дюмиди. Там можно подняться на самую высокую точку Пиреней. Она вот там находится. И c'est vrai que président... Хезидан или DC, Баньер де Бегох, нынешний президент Франции, Макрон, которого зовут, он отсюда родом, из этих мест, именно вот из этого города, который мы проехали, Баньер де Бегор. И последний раз Ля-Монжи, он последний свой отпуск, он проводил именно здесь, в Ля-Монжи, там наверху в станции. Так что вот такая вот штука. Как видите, вроде бы деревня, так посмотришь, а президент родом из этой деревни. Так что деревни здесь тоже. Вон там, видите, снег наверху. И вон он пик. Не знаю, насколько вам видно на эту камеру, но вон там видно пик. Пик Дюмиди. Тот самый самая высокая точка. Так что, видите, даже работать, картон собирать довольно иногда интересно. Можно что-нибудь посмотреть. Вот видите, едем здесь травка зеленая, а вот там уже снежок наверху. Так интересно, на границе снега, но сегодня погода хорошая, солнышко, тепло довольно-таки. Сейчас, кстати, сегодня какое у нас число? По-моему, 28 января, что-то в этом духе. И вот такая погодка 28 января в горах. Вот там большие высокие горы, ну как всегда на камеру все это выглядит довольно маленьким, вживую это все эпично. Но едем дальше, уже скоро должны подъехать. Велосипедистов много, здесь уже много отелей, видите, всяких. Здесь очень развит туризм лыжный. На лыжах здесь катаются, здесь снимают домики, поэтому здесь много отелей разных туристических, маленьких и больших. Вот уже снежок можно потрогать. Я, кстати, соскучился по снегу. Довольно давно его уже не видел. Последний раз, наверное, не помню, в прошлом году, может быть. Смотри, там скалолаз маленький. Я не знаю, будет вам видно, в красной кофте. Вон он лезет по скале между деревьев. Там вон один, вон еще трое. Я на анках тхо. Скалолазы. Ну вот. Вот тут навстречу нам едет большой грузовик. Надо с ним как-то разминуться. Маленькая речка. Вот он, тот самый Адур. Река Адур, которая горная. Течет с гор и довольно далеко. Сейчас мы едем туда, в ту сторону. Вот они, смотрите, когда ближе подъезжаешь, какие они огромные. Мы едем еще дальше. Ботенку. А, охотники здесь. Кабаны по-русски. Вон они, скалолаз. Опять он тот самый. Мы к нему поближе подъехали. Но страховочка уже наверху. Ах, красиво. И вот вы можете видеть масштаб, какой маленький. Понятно, что эта скала не такая уж огромная. Есть и больше, но, тем не менее, поверьте, высота, наверное, ну так, навскидку, где-то 30 этажей. Вон они, тусуются скалолазы. Он синенький, он красненький. А там внизу вон еще люди страхуют. Красавцы. Ну вот и все, здесь мы тоже уже забрали
принципе, здесь было совсем немножко. Как видите, вот такие места. Ауи. Красиво здесь, конечно. Но я думаю, если здесь жить прямо каждый день, то все это уже не будет так сильно впечатлять. Хотя в целом все равно классно. Вот мы приехали к следующему. Надо его тут отпаковать. Сейчас посмотрим, сколько нас там ждет шмоток, которые, возможно, поедут к вам. Ну вот видите, тут небольшая кучка есть. Кручиваем на всякий случай. Вот мы уже вернулись в Тарп. Как видите, здесь движение похлеще. Всякие разные машинки ездят. Я обычно вам всегда показывал места, где мало людей было, мало машин, и вы всегда удивлялись этому. Ну вот здесь, в принципе, сейчас, конечно, пешеходов здесь тоже не очень много, ну потому что просто это такая ракада, объездная дорога вокруг города, поэтому здесь в основном машины. Но тем не менее, какой-никакой движняк присутствует. Вот, можете посмотреть. У нас остался один клиент всего лишь. Сейчас мы еще одну точку забираем и потом возвращаемся на базу. Мерседес. 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 Бургер Кинг. Est-ce que tu aimes Burger King? Non. Tu préfères McDo? Non. KFC? Ouais. Attends, j'ai oublié. Comment s'appelle le français? Merde, j'ai oublié. Quoi, manger? Oui, c'est pareil comme comme McDo. Avant le Burger King, ici c'était. Oui, comment elle s'appelle? Ah, je me souviens. Spar, non, c'est pas Spar. Quick, oui, c'est ça. А, стадион. У нас тут есть стадион модный. Здесь регбисты занимаются. Здесь Volkswagen салон. А это для рыбаков. Если вы хотите рыбачить, здесь надо покупать. Combien ça coûte pour un an le papier? 80 евро. 80 евро примерно на один год стоит вот это разрешение на рыбалку. Сейчас мы будем проезжать местность, где много всяких лицеев. Вот, например, вот этот слева. Это лицей. Это школа. И après c'est лицей, c'est ça? Oui. Это школа была, а это лицей. По-моему, там следующий за ним еще один есть. Ну, в общем, такая местность, где учеников много разных. Здесь пожарные у нас базируются вот за этими. Здесь стройка какая-то. Недавно этих домов еще не было. Вот здесь вот будет пожарная станция. Сейчас я вам покажу. Вот они стоят. Красненькие помпьи. Ну и так далее. Дальше госпиталь, больница большая, основная, ну, главная, скажем так, большая больница. Но мы туда не едем, мы сюда поворачиваем. Мы сейчас ищем еще одну точку. Дальше Сабалонга. Да. Нам, мы потерялись, нужно искать, где наша точка. Вот мы нашли последний. Как видите, здесь забито напрочь, даже на улице валяется. И плюс еще здесь припарковаться не очень удобно. Сейчас будем пытаться примоститься. И вот здесь уже прилично. Там вон много шмоток на улице валяется. А такие вот домики живут люди, видишь, балкончики. Вот, смотрите, ради прикола покажу вам. Все казалось ну, так мало-мало, а теперь смотрите, забито просто с горой. И вон там еще. Не свойственно, конечно, что так прямо некрасиво, но тем не менее. Вот это все добро нам придется теперь загрузить в мешки и... Причем спешить, мы уже опаздываем. Ну вот, как видите, спустя некоторое время мы справились. Очистили эту заразу. Je vais montrer le camion, combien on... Вот такая у нас кучка уже получилась, не маленькая. В основном все здесь, потому что забито было. Ну, все, мы почти закончили. Одну мы не успеваем, походу мы ее делать не будем, поедем на базу. Поэтому все нормально.
еще вам немножко города. Вот парк, где скейтеры, всякие BMX-еры собираются, тусуются. Так, ну все, мы закончили, приехали, вернулись на базу. У меня опять батарейка только что села, когда заезжали. Я так яростно все объяснял, столько всего интересного, в итоге батарейка закончилась. Так, ну на сегодня все. Сейчас я, наверное, закончим, распишемся там. Я сяду в машину, может, вам еще что-нибудь расскажу интересное. Посмотрим. Хочешь интервью дать? Скажи, как тебе живется во Франции? Нравится или не очень? Лучше дома жить. Чем лучше жить в золотом клетке, лучше дома жить. Вот, пожалуйста. Вот такие вот мнения. А вы думаете, что тут везде рай? Тут все рай, так. Рай, где нас нету. Да, хорошо там, где нас нет. Это точно. Лучше я у себя дома жил бы, чем здесь. Все относительно. Не надо думать, что если вы уедете, то сразу вам все будет на блюдечке. Пахать. Да. Чтобы что-то добиться, надо язык учить, потом добиваться. Язык тоже, да. Немаловажная штука. Да-да-да-да. А, пенсионная. Теперь мы в конце расписываемся в таких вот бумажечках, что мы присутствовали. Сегодня у нас среда после обеда. Ой. Ставлю за карлючку и, в принципе, все, можно идти домой. Так, ну вот, собственно, и все. Закончился рабочий день. Сейчас я сяду в машину, вам немножечко порассказываю. Куплю себе пепсиколки, это сушняк такой за целый день. Так, у нас там 0,61. Надо нажать, потом поймать. И что? Я сначала думал поснимать в несколько дней вам, потому что, видите, сегодня получилось, что мы, в принципе, не основное свое дело делали. Обычно это картон, обычно немножко другие рейсы. Но сегодня так получилось, когда я взял камеру, как раз дали текстиль. Это не очень часто, но бывает. Некоторые возят у нас текстиль, некоторые картон. Иногда бывает, там какие-нибудь компьютеры старые забираем. Ну, то есть такое оно по-разному бывает. Но я думаю, суть это особо не меняет. В принципе, то же самое, только с картоном. А уже по поводу зарплаты и всего остального сейчас я вам в машине расскажу. Итак, значит, некоторые подробности по этому поводу. Ой, какой-то я замарашка. Значит, по поводу этой работы. Суть примерно та же, что если вы смотрели первый ролик про мою работу, который так и называется «Моя первая работа во Франции», то, в общем-то, структура эта рабочая, она примерно такая же, выполняет такую же функцию. Значит, объясняю. Во Франции существует два контракта рабочих. Один называется CDD. Это непостоянный контракт. То есть контракт на какой-то период. Например, на полгода вам могут подписать, на год. Ну, в зависимости от разной конторы, разные контракты выдают. И есть контракт, который называется CDI. Это уже контракт на постоянной основе, то есть вас берут, грубо говоря, навсегда, пока там вы сами не захотите уйти или пока что-нибудь там не сделать. Ну, в общем, постоянный такой контракт. А есть еще подраздел, скажем так, контракт, который называется CDDI, то есть вот это I в конце и означает insertion. Ту самую структуру, на которой я сейчас работаю, и, собственно, ту же структуру, на которой я работал до этого. В чем разница? То есть это тоже временный контракт. На 6 месяцев я подписываю контракт, как и на прошлой работе. 6-месячный контракт, и потом, в принципе, есть возможность продлить его. То есть 6 месяцев прошло, если их все устраивает, вам могут продлить еще на 6 месяцев. В принципе, по закону там, по-моему,
три контракта максимум можно работать. Но все зависит от того, как вы работаете. Кого-то могут взять уже, не взять уже на второй контракт, кого-то могут даже на 4, независимо, там просто находят свои моменты, лазейки. Я работаю здесь конкретно, я работаю уже полгода. То есть один контракт я уже отработал практически, там мне осталось 15 дней, по-моему. И у меня уже был Билан, собрание было по поводу того, чтобы мне, ну, в общем, они хотят меня видеть. И дальше здесь, то есть я продлил контракт, я подписал второй контракт на 6 месяцев. Значит, в чем отличие, что такое именно вот этот инсерсион? Это структура, которая помогает людям, ну, освоиться. То есть люди, которые не могут найти работу, у которых сложности, да, с нахождением работы, либо те, которые там где-то провинились, например, если вы нарушили правила дорожного движения, что-то там, штраф какой-то получили, у вас нет возможности его оплатить, то вас тоже могут направить сюда. То есть это такой полуштрафбат, скажем так, полуконтора, которая помогает. Но основная суть таких вот структур, это именно помогает людям находить. То есть что происходит? Вы устраиваетесь работать, есть какая-то работа, да? Как там на первая моя была там ферма, например. Люди работали на ферме. Я там тогда с компьютером сидел. Ну, то есть они смотрят, каждый, кто приходит, они смотрят, у кого какие способности. То есть если ты там, например, ну, я не знаю, какой пример привести. Ну, вот как у меня была ситуация. Ты, например, фермерством никогда не занимался, но у тебя есть там способности с компьютером, например. Что-то там ты умеешь делать. То они могут там найти вариант, чтобы посадить тебя с компьютером за этим. Ну и в таком духе. Здесь примерно та же самая система. Люди приходят, работают. Основной принцип работы — это вот собирать картон, собирать текстиль, разные вот эти штуки. То есть в контракте моя профессия нынешняя, она называется шофер, по-русски, я не знаю, коллектор, собиратель, что ли. Коллекторы. И у нас есть такая тема модная нынче, коллекторы, но это не совсем то. Здесь имеется в виду просто собиратель. То есть всегда, практически всегда в одном экипаже едет один водитель и один собиратель, так называемый. И это не означает, что водитель круче, а собиратель хуже или наоборот. Это одни и те же люди, мы просто, ну, меняются местами. Здесь есть чуваки, у которых нет прав, например, молодые там приходят, у них нет прав, то, ну, они всегда собиратели, то есть их, конечно же, за руль не сажают. Если есть чуваки, у которых права на пуалюр, на тяжелый грузовик, категории грузовиков, да, то их могут посадить. Здесь у нас, правда, всего один тяжелый грузовик, но тем не менее он есть, и таких людей с такими правами могут посадить на тяжелый грузовик, который, в принципе, выполняет те же функции, просто грузовик побольше. И, собственно, вот так вот все и происходит. Во время того, как вы здесь работаете, здесь есть куча тетечек разных, которые помогают искать вам дальнейшую работу. То есть, поскольку эта работа, она временная, вам платят деньги, да, вы работаете, но все равно считается это как временная работа, и во время этой работы вам пытаются найти что-то другое. То есть, как вот, когда я там работал, у меня был там, отправляли меня на стаж, например, в фотомагазин, там, да, я там пробовал некоторые нюансы, но там как-то так себе, в итоге ничего не добился. Здесь сейчас у меня тоже есть несколько проектов, которые я обсуждал с этой тетенькой. То есть, что я хочу, куда бы я хотел, в какую отрасль пойти работать, что бы я хотел. И я так вот перебираю, да, там смотрю. На той работе, да, я вспомнил, на той работе меня еще отправляли, 2 недели стажа я провел на шофера фур, вот этих вот полуприцепов. Я две недели, я, кстати, тоже это снимал, но там материала целая куча, ролик огромный, монтировать его нужно долго и нудно, я такого не смонтировал, может быть, когда-нибудь. Это из той же категории, то есть тогда я прошел этот стаж, по идее я должен был, если бы мне понравилось, если бы все сложилось, я должен был бы пойти и потом просто учиться на шофера, сдать на права,
они бы там, государственные структуры, они бы оплатили это, то есть там все это оно здесь работает. И, в принципе, я мог бы потом пойти шофером работать. Но поскольку там немножко все пошло не так, и мне немножечко не понравилось, ну, все-таки как-то я почувствовал, что работа не очень легкая, во-первых. Да, интересно, мне всегда казалось это интересным, работать на тяжелом грузовике, но, во-первых, мне всегда было интересно на какие-то дальние расстояния, то есть дальнобойщики, да, там, другие страны, все. А я понял, что, ну, к этому, чтобы прийти к этому, там и зарплаты побольше, и, как бы, интереснее работа, но очень долго нужно проработать, чтобы вот по карьерной лестнице, скажем так, подняться и дойти до перевозчика там интернационального. Плюс вот эти права, там просто одно обучение, там нужно было, там был еще момент, когда, чтобы пойти учиться, мне нужно было, там следующий набор был там через 6 месяцев, по-моему, мне нужно было эти 6 месяцев ждать, потом учиться еще сколько там, 3 месяца или сколько, я не помню. То есть это очень-очень долгая возня, и плюс во Франции очень маленькие дороги, а начинать бы пришлось работать на грузовике в городе, доставки, грубо говоря, по городу и по соседним городишкам. То есть всегда бы пришлось ездить вот здесь. А я смотрю, здесь иногда на легковой машине не очень-то просто развернуться где-нибудь там в горной деревне, где вот такие узенькие штуки. Ну там даже когда я стаж проходил, мы с этим водилом, и там и крышу цепляли, там, ну, тяжелая работа, в общем, одним словом, и много ответственности. Все равно вот этот грузовик огромный, где ты кого-то зацепишь, блин, страховки, мухуровки, а если вдруг не просто машину зацепишь, а какой-нибудь ребенок, блин, в общем, я немножечко так подумал, что не решился, скажем так. И поэтому как-то все оно прошло так, я забросил эту идею, и сейчас вот я пришел сюда и опять по новой начал искать какие-то варианты. И сейчас у меня есть такой проект, хочу попробовать себя. Здесь есть профессия, которая называется амбулансье. То есть я не знаю, есть ли аналоги в наших странах. То есть это что-то такое среднее между скорой помощью и такси. То есть, как бы есть машины, на которых, легковые машины, на которых стоит такой синяя звезда, такая, крест синий, не знаю, как сказать, которая означает, что это именно амбулансье, это либо от госпиталя какого-то, либо от клиники какой-то. У каждой есть такие вот машины, и они просто едут на вызов. Если там какой-нибудь старушке стало плохо, они едут к ней домой, забирают ее, сажают в машину и привозят в больницу. В принципе, примерно такая, если так очень вкратце объяснять, то примерно такая работа. Но, опять же, там куча нюансов. И именно на амбулансье, там еще есть тоже ответвление. Есть auxiliaire амбулансье, это как помощник, ниже статусом. Есть амбулансье, который там уже, он практически как доктор, там нужно проходить долгое обучение, там год нужно учиться на него, получить диплом, то есть нужно пройти все эти оказания первой помощи, знания там всех, ну то есть, ну такой полуврач, скажем так, да, потому что когда ты забираешь эту тетеньку или дедушку или кого-то, вдруг с ним что-то по пути начнет случаться, ты должен знать, что с ним сделать, какую оказать первую помощь и все тому подобное. Поэтому это такая работа ответственная, сложноватенькая тоже, ну, сложноватенькая она в плане вот получения диплома, то есть нужно отучиться год и сдать экзамен еще нехилый потом в конце. Но я решил попробовать. Вот у меня на следующей неделе начинается стаж как раз в одной из таких структур, амбулансье называется, в которой, собственно, вот этим и занимаются. Я пойду туда неделю в одной, потом неделю в другой, и потом, может быть, если меня там все устроит, если все понравится, если все нормально, то потом меня направят на формасьон, на обучение. Там будет сначала двухнедельный такой простенький формасьон, где будут вот эти вот оказания первой помощи, там всякая такая фигня. И после него мне уже дадут бумажку, по которой я смогу быть auxiliaire амбулансье, то есть вот это начинающее амбулансье. Ну и там потом посмотрим, может быть, дойдем до
высшего, как говорится, до высшей ступеньки. А там уже, кстати, у Амбулансье здесь во Франции, так вот я смотрел в интернете, там предложение о работе, поиск по поиску работы, там есть вакансии разные. И там Амбулансье настоящий, он уже получает зарплату где-то от 1700 евро в месяц до 2500, даже иногда до 3000 в месяц. То есть это неплохая зарплата, уже очень неплохая для Франции. И, в принципе, это 35 часов в неделю, стандартный рабочий график. В общем, неплохо. Но, опять же, это уже высший этап. Низший этап, к сожалению, начинается со СМИКа. СМИК – это минимальная заработная плата во Франции. Минимальный, как это называется, порог, ниже которого просто никто не имеет права платить зарплату. А это как бы не очень круто. СМИК, он 9,70, ну почти 10 евро в час. Да, 10 евро, почти 10 евро в час. Это СМИК. То есть там в месяц получается порядка 1200-1300. В общем, там от часов еще зависит. Иногда бывают переработки там по часам, поэтому больше. Ну, примерно так. Вот такой мой проект. Я уже долго болтаю, конечно. И, собственно, вот этим я здесь занимаюсь. Касательно того, какую зарплату вы получаете, когда вы работаете вот в такой структуре, инсерсион, здесь ставка практически всегда одинаковая. Во-первых, рабочий график у вас в неделю, вы работаете 28 часов, ну, грубо говоря, по-нашему это 4 дня в неделю. У вас один выходной среди недели, плюс суббота-воскресенье, конечно же, и еще один день. То есть 3 дня в неделю общих выходных у вас есть. 4 дня в неделю вы работаете, 3 дня в неделю отдыхаете. График обычный с 8.30, потом до 12, с 12 до 13.30 перерыв на обед, с 13.30, ну как вот я сегодня снимал, собственно, этот ролик, я сегодня снял, начал снимать в обед, после обеда, вот с 13.30 до 5 вечера, до 17.00. Вот такой рабочий день. Зарплата 900 с копейками. Там оно немножко, вот когда я работал на той ферме, там было 950, здесь 911, иногда 920, оно там как, ну, в каком месяце больше дней получается, там как это немножечко отличается, но в среднем вот так, 900, грубо говоря, 30 возьмем, да, такую среднюю. И это зарплата. А еще, конечно же, поскольку 930 евро в месяц, это не СМИК, то есть это не минимальная заработная плата, соответственно, нельзя такое получать. Государственная структура, которая называется КАФ, она доплачивает вам. Называется эта штука prime d'activité, то есть как бы бонус к вашей активности. И, собственно, в итоге получается тот самый СМИК. КАФ доплачивает в зависимости. Если вы получаете там 900 на работе, КАФ доплачивает вам еще там 150. Если вы получаете 1000 на работе, КАФ там 100 доплачивает. Ну, в общем, чтобы было 1100-1200, где-то вот в этом районе, 1100 с копейками. Вот такая система. В принципе, наверное, это все, что нужно рассказать важного об этом. Если что забыл, если какие-то вопросы, вы, конечно же, в комментариях можете мне их задать. Вот такой вот ролик. Надеюсь, я его выложу довольно скоро. Как я уже говорил, сегодня 28 января 2018 года. Теперь будут ролики немножечко вперемешку. У меня там есть старые, еще с 2016 года даже, которые я снимал раньше, но так и не смонтирован, не выложил. Вот сейчас я их начал выкладывать потихонечку. Буду вот так немножечко мешать старые ролики с новыми роликами и, может быть, по ходу еще снимать. Но, опять же, есть некоторая проблема у меня на канале, я там писал уже в комментариях. Проблема заключается в том, что поскольку у меня меньше 1000 подписчиков, на данный момент 950, около того, они сказали, что до 20 февраля, точнее, после 20 февраля, они отключат мой канал от себя, потому что их не устраивает, что у меня на канале мало подписчиков. Там нужно
не меньше 1000 подписчиков, чтобы было, и, по-моему, там что-то 4000 просмотров в день или что-то в этом духе. Собственно, печальная информация, конечно, это не добавит мотивации к тому, чтобы снимать побольше роликов, но посмотрим. Мало ли, вдруг удастся набрать подписчиков до 20 февраля, чтобы не отключили меня. Соответственно, вы, если есть у вас желание, можете мне помочь тем, что просто возьмете какой-то из роликов, возможно, этот, возможно, какие-то другие старые, любой, который вам понравится, и выложите в соцсети где-нибудь, ну, чтобы просто пришли новые люди, которые, возможно, заинтересуются. Таким образом, и мне будет лучше, меня не отключат, и вам, возможно, будет лучше из-за того, что ролики я буду стараться выкладывать. Хотя, опять же, в моей ситуации я стараюсь ничего не обещать никогда, потому что, ну, вот как-то так со мной происходит. Я очень-очень сильно зависимый от настроения, от какой-то обстановки жизненной. Вот видите, тогда вроде бы последние разы был настрой, все, а потом он резко пропал. Было у меня много разных ситуаций, проблемы разные. И, в принципе, есть о чем рассказать со временем. И ролики некоторые я снимал. Ну вот, полтора года молчал, как видите. Полтора года молчал, не появлялся, и, соответственно, бывает и такое. Поэтому я не рискую никогда ничего обещать, но хочу. Просто даже не столько обещать хочу, сколько хочу сам, чтобы все это стабильно выходило, делать это даже просто для себя, чтобы, не знаю, в старости это посмотреть. Ну и заодно вам, может быть, интересно будет. Так что, наверное, в этом ролике все. Про работу свою нынешнюю я рассказал. Может быть, на стаже там потом поснимаю что-то там интересное, если будет, еще расскажу. В общем, на этом пока все. И спасибо за просмотр. Приходите еще, как говорится, к следующих. Увидимся в следующих видосах. И всем пока. Бам-бам.